Мы рады вам сообщить. Именно с таких слов начался первый репортаж в программе «Новости» на нашем телеканале. В 2008 году с октября на постоянной основе стартовали еженедельные эфиры на «Гродно плюс». Добрый вечер, уважаемые гродненцы. Телеканал «Гродно плюс» предлагает вашему вниманию выпуск новостей. В студии Денис Калик. Сегодня телеканал вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы первые сообщаем зрителям о главных событиях города. Нас смотрят и цитируют. А жители не только города, но и области знают, что самое важное мероприятие обязательно в прямом эфире покажет «Гродно плюс». Конечно, за эти годы поменялось многое. Начинали мы с часового эфира, а сейчас у нас круглосуточное вещание. Да и формат видео был совершенно другой. Было от 4 к 3, это маленький квадратное изображение для кинескопного телевизора, а теперь это, конечно же, Full HD. Мы растем, совершенствуемся, обновляемся, как сами, так и оборудование, для того, чтобы воплощать самые креативные и интересные идеи, как наших журналистов, режиссеров, так и заказчиков. Спустя 4 года после запуска вещания в октябре начала работать и городская радиостанция MFM 105.0. Новейшее цифровое оборудование позволило создать современную студию с оригинальным FM-вещанием. А в 2016 году вышел первый номер журнала «Гродно». Сегодня мы современный городской медиахолдинг.